Олег, куда едем? Мы едем в сторону мусороперерабатывающего завода, вон на то зарево, будто на Мордор. Сегодня в группу Блохова-Блоховца написали о том, что там пожар, что-то горит. Мы списались с этим человеком, он сказал, что в той стороне. Ну и потом прислали в группу «Гражданский дозор» фотографию всего этого зарева. Наши ребята уже туда выехали, вызвали пожарных. Пока предварительно видели там несколько искусственных поджогов, то есть через каждые там 50 метров. Также, ну вот со слов опять же очевидцев, что там якобы там сектанты устраивают какие-то ритуалы. Шкуры сейчас там животных видели. Но сейчас подъедем, ближе посмотрим. Вроде как пожарные уже работают, судя по заливу, там еще работать и работают. Сейчас подъедем, все увидим. Вот, товарищ, сейчас приближаемся, вот, если видно, сейчас зумом выключу. Вот, впереди зарево пожары, видно задымление. Сейчас наши ребята там, молодогвардейцы уже некоторое время присутствуют, пожарные вроде бы тоже уже на месте. Вот здесь сейчас будет дорога, мы с ребятами хотели помочь пожарным, но они говорят, что знали этот объезд. Угу. Ну, найти как бы объездной путь, чтобы проехать, там было очень много очагов возгорания. Угу. Мы прошли по этой дороге, там как бы мини-тупичок. Во-первых, возникало ощущение, что кто-то по кустам бегает. Но сюда по дороге? Да, вот там. А вон фары, чьи машины? Это пожарные уже стоят. Ну, самое занимательное было в чем? Когда мы дошли до конца, там... О, кошатник. Там были разделаны туши свиньи, собаки. Может, она нас проведет туда? Спереди был костер, где как бы мы увидели силуэты, прыгающие, ну, в какой-то бесовской... Ну, пожарный, видно, заливает. Дальше, дальше, сейчас мы тебя с ним проведем в кайфе. А возгорание здесь было, да? Пролива? Возгорание уже видишь, здесь перекрыли. Там еще дальше, каждые 50 метров. По пожарной работают. Они охали? Нет, не охали. Давай обходим, да? Здрасте. Добрый вечер. 22-я пожарка. Как всегда, отрабатывает. Прямо, прямо идем. Ну тут да. Задымление вот видно. Там. Здесь были возгорания небольшие. Такое ощущение, что вот буквально 5 минут назад подожгли. Каждый 100-50 метров. Вот сейчас можно по кустам просветить фонарем. Че там, Олег, ты заметил? Да. Че? А, вон, это птица вот. Ладно. Это что такое здесь? Трава, мешок. Да. Да, мешок кровищ. Здесь воняет, да? Вот если видите пятна крови. Шкура сразу. Что с ним? Вот мешки, в которых все это таскается. Собака. Какой цели? Свинья. Собака все-таки? Это свинья. А, да, лапа свинячая. Да, это свинья, вы чё? Вот шкуры. Она, кстати, не свежая, если честно. Она уже тут неделю. Ну, как следопыт, мы должны попробовать, да? Ну, нет. Это вот, смотри, сейчас иди, так, давай вот сюда вот травям. Вот, вот еще одна шкура. И все. Может, бомжи просто, я не знаю, что они тут с ними делают. Водка, да, и... Водяра, да, и вот мясо. Лежит. Требуху бахтера. Требуху шкуры, да? Короче, непонятные здесь станции. Здесь вот какой-то рог. Черт пойми, тут не удивлюсь, труп найдем. Рассказывай. Вы когда, во сколько подъехали? Во сколько мы пошли-то? В 11.20 были здесь на месте. Да. В 11.20? И что сделали сюда, да? Ну да. Вот, а пожарные когда подъехали? А пожарные были. Уже были, да? Пожарные уже были здесь, но они стояли там. То есть мы почему сюда подошли, прошли, увидели силуэты. Угу. Как бы решили ориентироваться. Ориентировавшись, увидели, что все пожарные-то там. А здесь были не они. Угу. А кто, а сколько здесь человек, как предположить? Ну, не менее 4. 4, да? Да, еще вот где-то в этих, по этим кустам. Очень такие серьезные. И, а что, они вот здесь вот были, возле шкуры? Вот нет, этой? Они были вот там, вот те кострище у столба было. Ага. Они там как бы вот все. Вот где какие-то... мы проходили. Да, вот.
прям остатки его. Там кострище был. А здесь на протяжении всей дороги, где-то с цикличностью раз в 50 метров, были поджоги. Прям видно, что недавно подожгли. Камыши только разгорались. То есть это не лучина, а видно, что прям целенаправленно жгли. И они, видимо, шли по чуть-чуть. Поле-то прогореть что надо. Ну, сейчас вот оббегали, в принципе, все поле. Пожарных нашли. Тоже, да, пожарные работы, условия двое, они там, да, работают. Мало чего, какие полудурки здесь с ножами бегают, да. В принципе, двое пожарных, все. Может, я не знаю, здесь уже что-то надо это. Ну, кто будет резать свинью, мне скажи. Не, ну, это свинья, ладно, вот что, кто бы в говно вот не наступил здесь. Вот. Видите, какие-то, или это фекалии. Это печка. Или это, да, тухлые. О, шкура еще одна. Что здесь делают, непонятно. Где-то здесь мы еще пакет встречали. Вот он, да, по пути. Олег, докладываю, тебе Паш попер. Вот еще один пакет. Вот он, Паш. Кровищ. А вот это, кстати, а кто там стоит на горе? Главный сектант. Че там, нет, не видать никого? Нет. Мой вас пишет, что их было двое. Чё? Вот земля вся сгоревшая. Еще тлеет. Здесь вот недавно все горело. Чё? А вон костер еще, да, Олег, что пропустили? А, тут ты уже среди. Вот смотрите, что под землей все горище. Значит, сколько горело, это получается не один день. Это все вот по зале идем. Да. Повышенность, чувствительность, свет включу. Да, горит все. А! Кадр. Камера не передает. Все порыхает. Вот все, что мы идем вот здесь, это все жженое. Представьте, какие поля. И посмотрите, сколько горит там всего. Ну, смотрите, под каждым идем, вот каждое дерево, под каждым деревом угли еще тлеют. Да, вот ребята говорят, там еще и подсолнечник не убранный, зарево, вся вот линия горизонта горит. Смотрите, впереди красная вся линия, тут. Зарево. Там, смотрите, площадь возгорания какая. Просто. Да, горит все солома. Там возгорание. Здесь, фу. Ну, горит все. Вот. Пожарные работают. Чем все это тушить тут? Ну что, архаровцы. Ну да, здесь это не первый раз же горит, видишь? Он все горел не один раз. Дерный. Это, видать, за лето. Просто мы не обнаруживали, наверное, не видели. Саш, а. Я тебе, знаешь, что-то скажу? Че? Я по этой дороге сегодня въезжал в город. Да? Все было чисто. Никаких следов. Это дорога на бывшей кирпичной. Не, ну то, что она горела, это не первый раз, это факт. Но сегодня я заезжал, было все чисто. Вот, сегодня, да, может быть. Да.
трэш. Ну, посмотрите, трэш, вот дым. О, фонарь просто не пробивает, смотрите. Я вот свечу фонарем, и вот. Все, вот он рядом прям. Ладно, коллеги, ретируемся. Да, что, мешаться-то. Сатанистов не поймали. Мы вот все прошли вот отсюда, здесь как бы, ну, вообще. А вы не видели вообще, кто вот не попадались вам? Кто поджигал? Ну, да, да. Оно горит, наверное, с самого утра. Да? С утра. Да. Мужики, я сегодня с утра заезжал через эту дорогу, ничего не было, чисто. Просто смотрите, там еще шкуры свиньи разбросаны вместе с кишками. И кровища, предположительно, да, то, что ну, сатанисты какие-то были. Вот. Здесь еще много заброшенных территорий, где они предположительно тусуются. Сейчас мы на одну из них пойдем. Не в моих интересах, у меня другая задача. Все, пошли и проверим. Вы как сюда? Там сейчас будет ров. Ребят. Вот проход. Давайте-ка на прорыв! Олег, сейчас куда что выдвигаемся? Сейчас там заброшенная база есть. А база что? Что за база? Да просто какая-то заброшка. Пока непонятно. Хотим проверить, есть там наши поджигатели, конечно. Ну да, может быть там те поджигатели, потому что отсюда пешком навряд ли уйдешь. Только на автомобиле, а автомобилей здесь нету. Олег, с кем? Ребята их видели. Что, получше, скрыто, да? Все, вырываем. А с чего ты взял, что закрыто было? Ну, всегда раньше было закрыто. А здесь раньше, смотри, Саш. Здесь всегда раньше болт стоял. Угу. Свежие следы присутствия, смотри. Короче, заперлись мы в заброшку. Не, ну так как-то жратвы, ничего здесь нету. Что я сделал, на камнях лежать? Знаешь, здесь это был подъем на второй этаж. Ну вот лестница, вот. Они ее, может, и снимают. Ага, ну уже срезали, видимо. Вот там был второй этаж, здесь можно? Ну он там и есть, там и дверь вон. Еще не все посрезали. Мы могли, кстати, залезть, смотри, там лестница типа. Да, мы третий вон этаж. Залезть-то они могут вот-вот по этой, да, по кабель-проводу. Просто там неудобно. Ну там видно, вон, дверь приоткрыта. Да нет. Не, ну просто что им тут делать? Тут металл, видишь, спилят и каких-то нет, следов. Здесь, может... Паша, а где ты слышал сейчас? Здесь. Здесь? Жратвы ну, никакой. Были. Хотя вот она лесенка, она для чего стоит? Она же, наверное, туда и стоит. Вот. Они, наверное, на железку ее облокачивают и залазят. А, вот что, они ведь не могут. Поэтому, не ну там дверь мешает. Не, ну это, не кошмар, поэтому не может залезть. Да нет, здесь вверх. Мышки летучие. Я же вообще третий этаж. Да, 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 третий этаж. Не надо туда лазить. Почему? Нахера? Смотреть. Что там посмотреть? Да не, Паш. Если там свежих следы, смотрите свежие. Да нет там свежих следов. Ну, ничего не представили. Ну вот нас сейчас есть свежие. А чего ты взял, что дверь была закрыта, Серег? Она всегда здесь. Вот смотри. Она всегда поправлена. Вот так. Но. И вот здесь на болт закручен. Серега, блядь, здесь завсегда ставит. Я знаю, что это было. Это странно, что не весь металл срезали, да? Где можно? Еще куча всего. А так на ней территории нет? Ниже, да. Это нет. А что там? Паша, рассказывай с самого начала, что у нас, получается, приключилось? Мы подъехали сюда. А вы откуда начали? Узнали о возгорании? Это просто очевидцы писали, жители все, которые видели этот очаг еще из дома. Четвертый микрорайон. Даже из жилгорода многие писали. Гуляешь, идет огромный столб дыма со стороны Красного Яра. Вот, мы сюда подъехали, здесь уже работали пожарные. То есть вы пожарных не вызывали, они сами? Нет, пожарные были уже здесь. А вы спрашивали, они с утра что ли работали? Или... Нет, они только подъехали. Два мы экипажа. За ними практически приехали. Один с 21-й части, другой с 22-й. Угу. Ну а по итогу получается, что когда прошли, вот Сергей говорил там каких-то чудиков. Сергей ходил без меня. А, ты один ходил? Паш, пока пожарный. Подводил. А, и там вот эти чудики какие-то сектанты прыгали, да? Ну вот непонятно, что там за товарищи, а в итоге. Ну, сейчас что? Пробежали по полю, что искали, кого искали, зачем искали? Поджигателей, кто поджег, потому что когда шли по полю, видно, что огоньки точечно. Загорались где-то точечно, да. И вот. Мы, скорее всего, либо скорее это ветром раздувало, либо это. Когда этих товарищей видели. Кто-то поджигал.
мы шли по факту у них по следу, потому что мы шли, было большое пожарище, пожарище поменьше, вон Александр подтвердит, и потом уже к ним идут маленькие-маленькие огоньки. Угу. То есть они в разных точках все это поджигали? Да, они, видимо, может и не прыгали, они, может, это поджигали просто. И, может, это подкидывали. Ясно. В любом случае, никого сегодня нашли. Видели, на самом деле, шкуры убитых животных, два мешка окровавленных. Вот кто это делал, зачем, когда они это делали, тоже непонятно. Но то, что помимо пожарных были еще и люди, какие-то посторонние, которые, увидев ребят из молодой гвардии, из гражданского дозора, они убежали. Вот. Мы их больше не видели. Но что они здесь делают, что они здесь ищут, в любом случае это просто поле. В нем нечего искать, в нем не спрятаться, в нем не переночевать, в нем ничего не найти. Поэтому одна из версий, может быть, это как раз эти товарищи этим здесь и занимаются.